В Новосибирске завершилось празднование 800-летия со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского. Митрополит Новосибирский и Бердский Никодим поблагодарил тех, кто организовал мероприятие в честь памятной даты. Торжественное собрание прошло в день памяти святого 6 декабря. В актовом зале Новосибирского областного колледжа культуры и искусств собрались организаторы и участники мероприятий, посвященных знаменательному юбилею. С приветственным словом к собравшимся обратился митрополит Новосибирский и Бердский Никодим. У нас было проведено множество различных мероприятий. И надо сказать, что чаще всего это были церковно-общественные мероприятия, потому что мы друг друга дополняли, восполняли, друг друга поддерживали, чтобы проводимые мероприятия были как можно более важны и значимы для жизни простого человека. Могу сказать одно. Большинство мероприятий было проведено. Некоторые мероприятия мы перенесли на следующий год. То, что связано с детьми на природе, на выезде, мы решили летом некоторые из них не проводить. Но это значит, что празднование, посвященное Александру Невскому, будет продолжаться еще и в следующем году. Ну а на самом деле память об Александре Невском всегда жила и будет жить среди нашего народа. Всегда в церкви будет непоминовение святаго, и всегда будут возноситься к нему молитвы. Ну еще хотелось бы напомнить, что первым каменным зданием города Новосибирска был храм Александра Невского, где я сегодня и совершал божественную литургию. Связь поколений неразрывна. Кто что бы ни говорил, но невозможно русского человека оторвать от памяти своих предков. Тех, кто сделал нашу страну великой, тех, кто заложил мощный фундамент для нашего духовного развития. Ну а сегодня мне хотелось бы поблагодарить всех, кто здесь находится. Я мог бы обращаться поименно, пред каждым склоняя свою голову, помня о тех усилиях, которые были положены в проведении различных мероприятий и их личном участии. Но еще раз говорю вам большое спасибо за ваше усердие, за вашу помощь, за вашу заботу о судьбе нашей Родины и подрастающего поколения. Владыка Никодим вручил награды Новосибирской епархии особо потрудившимся в организации и проведении юбилейных торжеств.